Основное внимание при проверке сотрудники гостехногенбезопасности уделяли состоянию электрооборудования, путей эвакуации, внешнего и внутреннего противопожарного водоснабжения, установок пожаротушения и сигнализации. Председателям участков после выявления некоторых нарушений дали время на их устранение, а затем сотрудники ведомства отправились на контрольную проверку. Были выявлены нарушения по обеспечению, то есть не все избирательные участки были оборудованы первичными средствами пожаротушения, но благодаря включению руководства города, благодаря взаимодействию со службами, то есть эти нарушения на данный момент практически на 99% устранены. Все избирательные участки на момент проведения выборов будут обеспечены на 100%. Для участковых избирательных комиссий Управление гостехногенбезопасности разработало специальные памятки о действиях в случае пожара. Кроме того, все люди, задействованные в работе участка, проинструктированы на случай чрезвычайной ситуации. Наш участок готов полностью, мы укомплектованы средствами пожаротушения. Со всеми сотрудниками окружной комиссии проведен инструктаж о порядке действий в случае возникновения огня и способах эвакуации из здания. По результатам инспекции ни один объект не закрыт за нарушение требований пожарной безопасности. Недочеты, по словам Павла Растихина, устранены, и участки готовы к выборам. Татьяна Семенец, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».